Снова парки. Кто там? Отец и, наверное, дочка маленькая. Просто отдыхает. Вон. Называется Chamberlain Hall. Студенты живут. Ну, вокруг студенты живут. Вокруг парка. Вот. Новенькое дерево. Я думаю, 5 год назад посадили. Растут. Потихоньку. Тут что-то было. Можно просто вставать, чтобы на грязи не лазить. Вон озеро. Вон далеко видно там университет. То есть, да, недалеко. Там часы большие стоят. Да, потом пойду, покажу. Так, сюда и пойдем. Посидеть можно. Красивый вид тут. Ой. Дерево полно разных. И тут полно. Войдем. Ой, что такое? Кто-то поставил просто прикол. Вот. Big tree. Там темно. Там класс. А ну-ка, смотри. Горби. Знаю почему. Осторожно. Ой-я. О, да, вот тут дерево тоже. Такое. Интересное. Солнце вот. О, проход. Тут торчит. А ну-ка. Опа. Выйти можно. Но мы дальше пойдем. Вон много веток. О, это большая ветка. Вот, большое дерево тут стоит, высокое тоже очень. Колючки. Видно меня? Привет. О, одна ягода. А, нет, там есть. Ну, мало очень.
И какая толстая дерево. Это дерево называется секоя. Секоя. Таких тут не растут, ну, растут, но все-таки они по Англии климат нехороший, то есть там мокрый, все такое. Так они хорошо не растут. Они бывают огромные. Вообще такие я видел. В Америке и в Канаде. Тоже называется Redwood. Оба, лучше видно, да? Туш. Что дерево? И все, не, много разных. Опа. Это тоже интересно. Да, это, наверное, как на другой стороне такая. О, еще одна такая. А ну-ка, попробую сильнее. Опа! Летом можно залазить там, ну недалеко, но есть люди, могут высоко, а может нет, но все-таки класс посидеть. Это как маленький лес, манюсенький, то есть small forest, если хочешь сказать, можно mini forest. Вот, уже почти конец. Да, конец уже. О, тут видно хорошо. Вот так. Опа. И все. Это тут такой, такое место, то есть давно посадили, так долго растет. О, тут видно хорошо. Вон Чемберлен, большое такое место,
То есть большое здание. Я понял, там одна квартира, один студент. Маленькие квартиры. О, тут можно позаниматься. Поставили недавно назад. Плечи, можно работать. Это спину, наверное. Да. Ага. А, не, это плеч работать. А это спина. Спина. И там другие есть. О. Сейчас еще будут. Good day, yeah? I think it's day. I think it's still morning. No, oh. It probably is afternoon. I think it is. Yes, it is. It's after 12. Yeah. Have a good walk. What? О, видно. Дерево вот это, секвойя, вон она. То еще невысокое, есть больше. Сколько метров, я думаю? 20. Они до 100 дойдут. В Америке там, как я говорил, в Канаде климат сухой такой, хороший. Но все-таки растет. Сейчас еще одну посадили тут, покажу. Молодую, то есть еще молодая, можно сказать, я думаю. 20 год ему. О, еще вот. Ага. Сейчас отойду. Так, что тут у нас? Ивы, вот три сейчас. Willow по-английски. Вокруг озера 8 штук ивы. Секвойя молодая. Не так хорошо видно сейчас. О, тут лучше. Долго растет. Очень долго. Если я буду тут, интересно увидеть, как оно растет. Так, сколько сейчас? О, найс. Все вот. И вот тоже еще молодая. Чуть дальше еще один посадил. Вот озеро.